К 9 мая, как обычно, обостряется страсть к правде, которая выдумана в каких-нибудь пропагандистских коридорах, и нам снова рассказывают байки о войне. Я все время думаю, почему есть заказ на беспрерывную ложь о войне? Лгут просто самозабвенно, точно знают, что лгут, и продолжают это делать. И многие знают, что от властей исходит беспрерывное вранье, но никак не могут отделаться от желания праздника с воздушными шариками, с салютом, с криками «Ура!». Вы какое отношение имеете к победе? Я спрашиваю тех, кто относит себя к нынешним поколениям, не к тем, которые хоть как-то застали, может быть, в детском возрасте войну. Даже уже от этих поколений почти ничего не осталось. И ветераны просто единичные у нас остались, и они все повымерли, по возрасту уже ушли. Вот, и далеко не все из тех, кто числился ветеранами, действительно прошли фронт и видели войну реально такой, какая она есть, как она отражена в лучших произведениях советской литературы, которая как раз в лучших-то произведениях была русской. Не какой-нибудь там вам Гроссман, да, а совершенно другие авторы. И когда читаешь Астафьева и многих других, не буду сейчас перечислять, и стихи Симонова, то понимаешь, вот настоящее, понимаете, там нет «За Родину, за Сталина». Да, вот приписывают маршалу Язову, он был лейтенантом войны, что вот он как раз вспоминал о войне именно так, что шли в атаку «За Родину, за Сталина». Я в семье своей имею много ветеранов, все они уже в мире ином, но я с ними беседовал, но не было этого. Ну, не было этого вообще. Вообще не было. Никогда и ни в каком случае. Ни разу не слышал ни от деда своего, ни от своих дядек, которые прошли войну. Ни разу ничего подобного не слышал. И вот этого вот радостного восторга, мы победили, там, можем повторить, вот ничего подобного, понимаете, даже рядом. То есть интонационно это настолько вразрез идет с воспоминаниями о войне тех, кто в ней участвовал, что все вот эти эмоции, которые сегодня есть, это сплошная ложь. Это ложь, люди сами себя обманывают вот этим эмоциональным всплеском и еще ненавистью, так, ах, какие были поганые фашисты, и сейчас нас фашисты одолевают из-за рубежа, и внутри России тоже у нас тут фашисты. Да нет, и не было никогда фашистов, и никакие германские нацисты не фашисты. А армия была, это вермахт, а не нацисты и фашисты. Воевали государства. А идеологии так и не отвоевали, потому что обе идеологии были совершенно тупиковые. Обе. И не было, правда, ни за той, ни за другой стороной с точки зрения государственной власти. Потому что государственная власть и там немцам била в спину, и здесь тем более. Здесь вот эта чекистская нечисть, это тоже иногда считаются ветераны. Никакие они не ветераны. Это люди, которые мешали русскому духу подняться и сломить иноземцев, и поэтому никто не хотел воевать. И вот пропагандой пытались компенсировать, ложью пропагандистской пытались компенсировать отсутствие общего воинского духа. И ужас перед тем, что власть боялись больше, чем врага вооруженного, который противостоял на фронте. Откуда это вранье? Откуда вранье? Вот это, что было КПСС, от КПСС было вранье, что сейчас беспрерывное и тотальное вранье. Ну, скажите, что заставило министра культуры Мединского скрыть те документы, которые вот уже были опубликованы, архивисты их опубликовали. Ну, вся мифология по поводу 28 панфиловцев опровергнута. Панфиловцы были, да, героически сражались на поступах к Москве и были, жгли немецкие танки, но вот этих не было. Вот эта вся история полностью выдуманная. Зачем снова ее гальванизировать и скрывать там даже репрессии против архивистов? Были за то, что они опубликовали. Но это факт, это исторический факт, что всю эту историю корреспондент «Красной звезды» полностью выдумал, полностью, со слов, не доехав до передовой, не услышав очевидцев, из разных рассказов собрал вот такую мифологию.
И потом пытались скрыть, что из тех вот конкретных фамилий, которые там назывались, двое были полицаями, попали в плен и стали полицаями. А им же всем посмертно присвоили звание Герой Советского Союза. На основе вот этой выдумки с Зоей Космодемьянской опять начали поднимать вот эту мифологию. В чем там? Там только пропагандистский эффект был. И эту фотографию не показывают. Не показывают, потому что она слишком ужасна. Вот оно, лицо войны, когда молодое женское лицо умершей, погибшей, повешенной девушки, вот припорошенная снегом, свернутая шея. Это ужасно, это ужасный кадр. Его и не публикуют поэтому. Такие какие-то смутные кадры, кто-то там кого-то вешает, непонятно. И не было там подвига, там была трагедия. Потому что в ужасный мороз поручили вот этой молодой комсомолке поджечь деревню. Или поджечь сарай сначала. Ну просто крестьяне бы замерзли, насмерть бы замерзли, если бы сгорел там скот или сгорела бы какая-нибудь изба, не дай бог. Если бы вся деревня сгорела, все, умерли бы все. Вот это тоже скрывается. То есть списывают потери в войне на военные причины. А там полно было невоенных причин. Моему отцу было 10 лет, когда началась война. Братья ушли на фронт, старшие, а он остался с матерью. Он единственный, более-менее дееспособный. У него еще один брат инвалид с детства и еще один брат младенец. Ну, совсем маленький. И мать. И они уезжают, их высылают в эвакуацию. И там эта семья офицера, ну, она чуть не умерла с голоду, эта семья. И отец ловил сусликов в степи, заливал водой и там хватал их, не знаю, как он их там в деталях он не рассказывал, но ловил сусликов, обдирал, и они ели. Подбирали очистки от картошки, которые местные жители выбрасывали, подбирали, и из них пекли такие оладушки с названием «тошнотики». Кто-то помог? Нет, потом, в 44-м году только... Дед мой погиб, дед по отцу, вот он погиб в 42-м году. А там непонятно, там пришла какая-то бумажка, типа пропал без вести. На самом деле не пропал без вести, известно. Потом только стало известно, где захоронен. Естественно, в мясорубке отступления там, от Курска, конечно, там все что угодно могло быть. И некому было сообщить. Да? Все погибли, кому сообщить, кто и как погиб. Только после войны стало более-менее известно. И только в 1944 году позволили вернуться в Курск семье. А так она прозябала с голоду. Пока не было установлено, что не без вести пропала, погиб в бою. Нет, ничего. Никакой помощи. От местных-то кому война, кому мать родна. Да? Жили нормально. Конечно, как во время войны, всем тяжело, но эвакуированные – это люди, которые находились на грани жизни и смерти, просто от голода могли умереть. Один раз там в степи чуть не замерзли. Отец мой, вот 10-летний мальчишка, вынужден был работать, таскать ведра с водой в колхозе. 200-ведерная бочка, да, представьте себе, вот и в день не один раз надо съездить, и вот 200 ведер перетаскать на достаточно большую высоту – вот реальности войны таковы, они не парадные, они не веселые, и сама победа, ну действительно праздник со слезами на глазах, и слезы больше запомнили, чем радость от того, что все это прекратилось. А в спину били чекисты. Вот правда о войне, вот об этом, почему она скрывается, и почему до сих пор... закрытые архивы. И почему при своей жизни Путин не откроет эти архивы? И почему Шойгу там в час по чайной ложке какие-то открывает архивы второстепенные что-то, и все радуются. А, вот какой молодец. Все архивы должны быть открыты. Все архивы. Я пытался получить из архива личное дело моего деда погибшего. Я не получил. Потому что это закрытая информация. Нельзя, мы не даем. Выписки только мне прислали. И то, это я когда был депутатом, воспользовался своим статусом. Детали слишком длинные, это семейная история. Вот, ну, реально мой дядька участвовал в рукопашных схватках.
дважды участвовал. Это ужас, который он запомнил на всю жизнь. Молодой был. А еще один дядька, он бежал на фронт, еще 18, ему не было, 16 только было, 16 лет. И первое его боевое крещение, когда, ну, боевое крещение, в связь пойдешь, будешь в штабе сидеть, ну, пацан еще. И вот он случайно вышел из штаба, и прям в штаб прямое попадание снаряда. Все погибли. А он, и куда меня? Ну, взяли его в разведроту, потому что он здоровый был, не по годам. И первый его убитый немец, не дали ему оружие, дали ему ракетницу. И он в упор немца застрелил из ракетницы и вместе с группой вернулся весь в человеческих внутренностях. Вы понимаете, какое это переживание для молодого человека? И вот этот дядька при штурме Кёнигсберга в 19 лет остался инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Вы думаете, эти люди аплодировали 9 мая и ходили смотреть на салют и радовались? Это те, кто в тылу был, вот они радовались. А те, кто знал эту войну, они в этот день, ну, кто попроще, напивался просто до умопомрачения, чтобы ничего не вспоминать, не слышать и не видеть. А про то, что творили в тылу вот эта вот зажравшаяся чекистская сволочь, это отдельная песня, которую нужно исследовать и о чем нужно публиковать. И я думаю, что пока эта чекистская сволочь у власти, они ничего не откроют. И почему такая разница? Вот есть стремление к правде, а есть стремление ко лжи. Почему такая разница? Почему нет желания установить истину и истину оценить по здравой мерке? Ведь правда, она всегда чище, не надо ничего придумывать. Не надо вот это пропагандистское мракобесие выставлять. Как сейчас, снова я вот включился там в дискуссию, опубликовали фотографию, где немец целится из винтовки в голову женщине, которая прижимает к себе ребенка. Ну это фальшивка. Ну фальшивка, и таких фальшивок было полно. Это были пропагандистские материалы времен войны. Тогда они работали на то, чтобы ненависть двигала вперед. А сейчас на что она работает? Вот эта ложь беспрерывная, на что работает? Ну, не было 28 панфиловцев. Зоя Космодемьянская не совершила никакого подвига. Вот ее брат совершил, действительно, танкист, который весь в орденах был и погиб. В конце войны уже погиб. Вот он действительно герой. Зачем раздувается? Это реальных героев нам недостаточно. У нас нет людей, о которых мы можем вспомнить, вот реально совершившие подвиги, о которых надо снимать фильмы, именами которых надо называть улицы взамен большевистских мракобесов. Где все эти люди? Где? Где о них хоть что-нибудь? Про Бабий Яр тоже вот документы опубликовали. Ну, ложь. Да, сплошная ложь. Покажите, где эти захоронения. Там сотни тысяч там евреев беспрерывно убивали. Сначала чуть-чуть так признали, что на самом деле убийцами, там, палачами были украинцы, а вовсе не великороссы. Да, вот как бы вот ненавистники советской власти занимались там расстрелами. Сколько расстрелов и кого расстреливали? Да не было там массовых расстрелов мирного населения. Еврейское население... Может быть, это придумано специально для того, чтобы вот раздуть этот мыльный пузырь, за который теперь у нас объявляют это сомнением в приговоре Нюрнбергского суда и за это преследуют. Может быть, специально надувают этот пузырь, чтобы иметь возможность репрессировать тех, кто стремится к правде. С Хатынью тоже снова вот я встречаюсь в сети, какие плохие немцы, взяли, согнали, всех сожгли. Вот были свидетельства местных жителей и так далее. Опять создана волна пропагандистского вранья, которая дотекает до наших времен. Ну где-то вот отыскали, опубликовали в сети донесения тех, кто участвовал в подавлении партизанского движения со стороны немцев. Там в донесениях все написано, что в Хатыни было. Вот того, что великолепный фильм «Иди и смотри» Элема Климова. Климов – талантливый режиссер, но все вранье. Все вранье. Как он фильм «Агонию» снял, клеветнический фильм о России.
подлейший фильм, просто подлейший. Там нет просто места, нет без клеветы на дореволюционную Россию. А этот фильм тоже, ну, сделали талантливый лжец, понимаете? Вот что нам преподносят вместо правды, вместо правды. Вместо правды о том, почему не хотели воевать русские люди за советский режим. Не хотели воевать, поэтому 5 миллионов пленных, поэтому откатились до Москвы в Первую мировую войну, близ границ воевали и уже готовы были к победе, когда вот те же самые, вот после, те, кто потом стал чекистами, врезали в спину, воткнули нож и смертельно ранили Россию, а может быть и убили. Мы сейчас живем в такой ситуации, как будто России больше нет. А есть вот эта шпана путинская, которая управляет государством. Обратное есть тоже, вот как бы волна на волну, одна ложь, другая ложь. С Запада идет ложь беспрерывная, чтобы дискредитировать русского человека и русскую историю. И там рассказывают про 2 миллиона изнасилованных немок, чего не было и быть не могло в принципе, потому что за это полагался трибунал и к стенке. И даже ордена и медали не спасали, в тюрьму шли эти люди в хорошем случае, а то могли к смерти приговорить, поэтому не было ничего этого. И вот эти волны беспрерывной лжи, они же калечат сознание людей, калечат сознание народа. Вы тоже начнете возмущаться. Ну как же этого не было? Я же с детства знаю вот эти имена какие-нибудь там про молодогвардейцев, еще что-нибудь какие-то вспомнятся. А все это, правда истории превращена в ложь. То есть действительное состояние дел никого не волнует. Важен пропагандистский эффект. Мы этого добиваемся, что ли? Ну да, мы живем и хлебаем эту ложь вот по самой ноздри, что говорится, дышать уже невозможно от этой лжи. Ложь от этой путинской шпаны, в нее вмешивают вот эту ложь о войне. И столкновение двух концепций, концепция правды и концепция лжи. Как говорят, история – это политика, обращенная вспять. Вот они пытаются подверстать историю под свою нынешнюю политику. А концепция правды – это история такая, какая она есть. Россия такой, какой нам Бог дал. Все наши грехи, все наши триумфы и трагедии должны быть освещены историографией и искусством именно так, как они были. А не выбирая из истории какие-то выгодные эпизодики и раскручивая их в виде такого вот вселенского пропагандистского продукта, которому на Западе-то никто не верит. А здесь калечат мозги нашим людям, приучают к тому, чтобы они жили во лжи. Нам надо от этого уходить, надо стремиться к тому, чтобы вся правда о войне была сказана. И над этим должны работать историки. Эта задача еще не решенная. У нас 20 век, можно сказать, история вся окутана вот этими клубами лжи. И нужно ставить эти задачи. Но нынешняя так называемая власть самозванцев, она никогда не поставит эти задачи. И уже историков, способных без лжи писать, без пропагандистского навета в одну сторону или в другую, уже от них мало чего и осталось. То есть должны быть поставлены задачи в образовании, в науке, в культуре. Кто их может поставить? Только русская власть. Никакая другая власть правду не скажет и не назовет подонков подонками, героев героями. А случайных людей, которые попали под вот эту машину пропагандистскую, не поставит на свое место уважительно и спокойно. Если ты не герой, ну извини, значит мы это... А если ты негодяй, который гнал на пулеметы безусую молодежь необстрелянную, ну значит так и должно быть, так и должна оценка это произойти. Не надо, конечно, ковыряться в каких-то мелочах, но герои должны быть названы героями. Вот сейчас уже есть такие возможности создавать эти электронные базы данных и расследовать, и исследовать все. К сожалению, пока даже нашему народу в целом совершенно неинтересна правда. Ну, поэтому мы и живем в рабском состоянии. Поэтому если у нас не возникнет страстное желание правды, если мы сами не будем хранить эту правду в своей семье, как память о своих павших, память о поколении победителей, пока нам не станет стыдно, что мы лузеры, поколение проигравших все,
сдавших свою страну оккупантам, лижущим все места этим оккупантам, готовые обслуживать их как угодно. Разве мы можем к этому поколению присоединиться? Вот мысленно присоединиться к победителям мы должны, да. Мы на их стороне, даже если бы они были проигравшими, но это наши. А вот нынешнее, то, что называется народом, и народом не должно называться, вот нынешняя шваль для нас – это не родные и не родственники. Они для нас никто. Это просто рабы без национальности. Они не русские, они пострусские. Поэтому им так и нравится советская ложь, они ее повторяют и усугубляют своей ненавистью ко всем, кто хочет правды. Мы, русские, должны стремиться к правде, стремиться к тому, чтобы в России была русская власть. Слава Руси! Господи, спаси!